спешим на его татами. Мы спешили из Будакана в Кайкан. Первый круг карате у Ичирю прошел. Мы не успели заснять выступление нашего спортсмена Евгения Рыбина, но, слава богу, он выиграл. Мы успели снять только то, как судьи вызывают его, и он делает шаг вперед. Теперь впереди у Жени битва за выход в финал, и, надеемся, финальный поединок. У Ичирю стоит особняком семья кенавского карате. Это не Сюрюте, не Тамарите и не Нахате. Это древняя китайская школа Пангайну. В ее основе лежат удары пальцами и суставами по жизненно важным точкам. Мы закаляем все тело, развиваем силу и точность удара. Это настоящее будо-карате. И вот сейчас самый волнительный момент. Наш российский мастер карате Уичирю Евгений Рыбин прошел уже 2 тура, впереди 3-й. Если он пройдет и 3-й тур, у него есть все шансы пробиться в финал. И хотя говорят, что на Окинаве у окинавцев выиграть невозможно, но черт его знает, Женя очень сильный, все может быть. Финале, но впереди у него очень серьезный соперник. Это правнук основателя стиля Уичирю Уичи Канбуна. Правнука зовут Уичи Канзи. Очень-очень сильный боец. Пожелаем Жене удачи. Гамбате кудасай!